Кентау газифицировали 10 многоэтажек. Событие стало важным событием для 600 семей, получивших квартиры по программе «Нурлы жер». Эти дома по программе «Нурлы жер» возвели в срок, но провести газопровод забыли. Всю прошлую зиму жильцы, это преимущественно многодетные семьи и люди с инвалидностью, согревались при помощи электроприборов. А готовить приходилось на плите с газовым баллоном. Теперь трудности, связанные с отсутствием централизованной подачи голубого топлива, остались позади, радуются кентауцы. Наконец-то появился газ. В доме сразу стало тепло и уютно. Даже не верится, что больше не будем возить газовые баллоны. Мы боялись, что газа не будет и в этом году, но нас наконец услышали. Люди рассказывают, обращались жалобами весь прошлый год, но представители ответственных ведомств только обещали помочь с решением вопроса. Газификации жильцы дождались после вмешательства антикоррупционной службы. Сотрудники службы превенции провели мониторинг в сфере инфраструктуры и строительства, в частности, социального жилья. Выяснили причину отсутствия голубого топлива в многоэтажках и взяли проблему под свой контроль. По итогам проведенных работ о выявленных нарушениях узнал аким области. Он, в свою очередь, поручил решить вопрос в кратчайшие сроки. В магистральном газопроводе протяженностью 17 километров была обнаружена вода. В целях предотвращения аварийных ситуаций проведена большая работа по очистке. Это заняло определенное время. В настоящее время все работы благополучно завершены. По словам специалистов, газ провели в Кентау только этой весной. Работы проводятся в три этапа. Сейчас преимущество газификации ощутили на себе больше 18 тысяч человек. Айсул Махмутова, Жандос Шумабек, Ербулат Абыш, Хабар 24, Туркестанская область.